Практически каждый день, когда погода хорошая, чтобы побить мячик вот об эту стенку. Вот у меня пиклбол мяч и ракетка. В некоторые дни мы с Даком идем на другой стадион, ну не на стадион, а на поле, на пикабольное, на теннисное. Там растягиваем сетку, мы купили сетку и играем вдвоем. Он, конечно, в 10 раз лучше меня играет, он меня как бы учит, можно сказать. Но вот когда он занят, я прихожу сюда сама. Стенка не очень хорошая, потому что маленькие вот такие узкие щиты, и в разные стороны этот мячик скачет, но нормально, с другой стороны. В настоящей игре тоже никто тебе идеальные подачи не дает. Ну, просто хотела показать. Тут никогда никого не бывает. Ни разу не видела, чтобы кто-то играл или чтобы кто-то вот об эту стенку колотил мяч. Всегда пусто, я всегда здесь одна. Вот я приезжаю сюда на велике, на своем. Мне минут 20 от дома. Ну, получается, заодно я двух зайцев убиваю. И на велике катаюсь, и пиклбол играю. У меня еще не очень получается, но уже получше немножко. Я очень стараюсь.
my camera. Oh, you're trying to get your camera. Uh-huh. It's a nasty day. I'm making footage, but the wind is blowing me around. Your lips are, Steel? A little bit. Doc, where are you? Мы на озере. You're doing a selfie. Uh-huh. I'm doing a picture of you doing a selfie. Okay. Дождь пошел не вовремя. Нам с этим озером не везет. Мы как сюда не приедем, так обязательно дождь. Вот так вот на такой лодке. А я на... Сейчас покажу на чем. А я вот на этом, на сапе. Доске. И включила камеру, вообще не хотели камеру включить, но тут такие красивые лилии вот эти, кувшинки, лотосы, наверное, лучше. Лотосы. Вот у меня здесь сиденье. Да, Даг говорит, что на Аляске мы не должны позволять погоде останавливать нас, но погода нас все время останавливает на самом деле. Вот я уже вижу пятно посередине экрана, потому что капля попала на объектив. Ну вот, давайте покажу теперь озеро, на котором мы... Дождик чуть-чуть поменьше стал, сейчас получше. Вон оттуда мы приплыли. Ветрено, Даг меня подтягивал своей лодкой, я за него зацепилась. Stop it! I have camera! Okay. Push with your top hand. Просто тренируется. Просто любит это дело. Любит грести. Меня, я даже не гребу, меня просто несет и все. Хотела постоять подольше среди цветочков. Вот там. Но невозможно и снимать, и грести одновременно. Поэтому... С другой стороны озера. О, прямо на цветы меня несет. А? Не хочу их давить. Не хочу. Это, давайте в сторонку. Так. О, какие они красивые. Вот мы уже почти вернулись к тому месту, откуда отплывали в нашей машине. Did you see that eagle? Uh-huh. Unbelievable. Yeah. Hanging out right above us. Mm-hmm. You ready to call it? Mm-hmm. Yeah. Alright, I'm gonna go back. I'm gonna head in. Okay. I'm gonna enjoy these flowers for a couple of more seconds. Я вот так вот тут прямо остановилась в цветах. Здесь затишье, из-за деревьев ветра нет, и меня уже никуда не несет по волнам. Просто сижу здесь и любуюсь цветочками.
Вот. А дак все уже пошел на берегу. Рыбаков много. И дождь опять начинается. Все, тоже я поплыла. Хорошо отдохнули. Сегодня 4 июля. Дождь прямо сильно пошел. Все, всем пока-пока. Отправляемся опять в поездку по реке и остановились в городке Гёрд, вот, чтобы поужинать. Вот здесь, видите, какой домик. Прямо настоящий дом. С дверью, с окнами. Так вот. Встроен в машину, велосипед, каяк сверху. Вот так люди путешествуют. А мы идем вот в это заведение. Мы втроем сегодня отправляемся на реку с Даком и с его дочкой Квианой. Toby, top. Yeah, I know. So look for the deeper water. It's a little bit to the left here. But that big fin is too long. We got to get that one out. I'm hitting two. Uh-huh. Glacier. Река очень бурная, вода высокая. Еле как доплыли. Тот же самый бич мы уже здесь, тот же самый пляж мы уже здесь останавливались в прошлом году. Кухня, Квианы новый тент. Тоби доволен. Вот с таким видом. Времени уже почти 10 часов вечера. На Аляске белые ночи, поэтому здесь светло. Маска. Mosquitoes. They don't see those. Yeah.
Yeah, okay, let's go closer. Yeah. Show how big this mosquitoes. Okay, now you can see them. Huge, enormous, bigger than the average size. It's the Alaska state bird. Так, вот такую вот всю ночь был вид на ледник здесь. Вот он. А у меня здесь вот такой вот вид на речку. Я закрыла, потому что ветер дул, мне было холодно, я закрыла среди ночи. А так вот можно раскрутить и спать с таким вот видом. Доброе утро. Утро и правда замечательное. 8 часов. Ветра нет вообще. В палатке комаров полно, а вот так вот на улице немного даже. Ледник у нас здесь. Вот так наше утро начинается. Так, сейчас будет костер разводить. Кляна еще спит. Тепло. Давайте себя покажу. Про Соню еще. На улице тепло. Ну, я в худи. Нормально. Тоби бегает. Все, будем сейчас готовить завтрак, разводить костер. И мы никуда не спешим, мы здесь можем провести время до обеда, пообедать и уже потом домой ехать.